Всем привет, это Чоба, дорогие друзья. Сегодня я вам покажу и расскажу, как же правильно релогаться во время PvP или на языке нормальных людей, как же правильно выходить, чтобы не потерять свои вещи на Funnycraft или других серверах, где стоит антирелог плагин. Вот, если вы просто выйдете, вы просто умрете и потеряете все свои вещи. И все будет плохо, так сказать. Так, первое, что нам нужно сделать, конечно же, съесть яблочко. И начнем. Давай. Давай. Давай, давай. Смотрите. Давай. Вот, все, смотрите, я сейчас выйду из... Ну, сейчас по PvP-шусь немного, чтобы его конкретно заагрить. Все, и смотрите, я выхожу. Смотрим, что у нас получится из этого. Опять захожу и... Я мертвый. Да, я мертвый. Все, все. Теперь я покажу, как правильно. Чтобы правильно выйти, нужно набрать вот эту вот команду Relog. Relog. Ой. Logout, точнее, лог. Оу. Вот, как видите, я вышел, но у меня забиндено все. На двойку я захожу, на тройку выхожу. Ну, просто кто умеет биндить клавиши в Nodus, тот поймет, в принципе. Ну, сейчас я вам покажу, как правильно выйти, чтобы вы не умерли, точнее, вы умрете, но вещи останутся. Да. Так, ладно, сейчас опять придется агрить школьников. Злых школьников. Вот, вот, в принципе, они здесь уже дерутся с кем-то. Вот, так, пойдем. Так, все, смотрите. Вот, нажимаем на цифру 3, вышли и выходим. Все, мы вышли правильно. Теперь опять заходим. И мы умерли. Нет, мы еще не умерли. Вот, да, мы теперь умерли. Теперь вводим, ну, заходим обратно, логин набираем. Все, логин, и все наши вещи остались у нас. А я умер почему-то. Ну, вещи остались. Это такой баг работает на серверах, где стоит антирелог. И у него, смотрите, жестко заглючило, между прочим. Ну, это работает на серверах, где стоит антирелог, и на Funnycraft в том числе. Все, всем спасибо, ребят. Всем пока.